гостей Иван Савельев. Да, вдвоем здесь Колесников и Вергил Станеску атаковали кольцо гостей. И, пожалуйста, Павел Подкозин ломает кольцо. Не забил верный мяч центровой. Сибирь Тинькова Локомотива ломает кольцо в Олимпийцы. Пожалуйста, еще раз смотрим. И у нас остановка в матче. Зрители аплодируют гиганту из Новосибирска. А мы будем ждать, когда же работники спорткомплекса «Олимпийс» приведут щит нашей команды в порядок. Ну, как не забил Подкозин, непонятно. А вот как он его сломал, я думаю, что такое дело не хитрое. Лидерство, в чем я, по крайней мере, не сомневаюсь, то нашим соперникам на...